В Октаву возле пешеходных переходов установили муляжи с изображением детей. Как сообщают представители патрульной полиции, данная мера направлена на обеспечение безопасности пешеходов. Мои коллеги провели опрос среди населения по поводу эффективности данных муляжей. Но казалось бы, заманным стандартно стоит биг балларн боями бердивол саналады, сон мен қатар астыңғы жағы бетондалған конструкциясы. Бұл демек біздің ауа райына қолайлы қозғалмайды. Еще металлоконструктор, жасалған металлоконструктормен жасалған. Всего в областном центре муляжи в количестве 25 штук установлены на 13 пешеходных переходах. Стражи порядка пояснили, что это наиболее оживленные многолюдные участки городских дорог. Был қойылған мүсіндер. Данные муляжи видны в ночное время благодаря светоотражающему покрытию. Уважаемые жители и гости города Актау, просим вас не портить установленные муляжи. Высота макетов примерно 1,5 метра. Они привлекают внимание водителей по обе стороны дорожного движения. Мы поинтересовались мнением прохожих насчет мер, принятых правоохранительными органами. Я считаю правильным, что здесь стоят макеты с изображением детей. Водители издалека видят их и начинают снижать скорость. Я заметила такие муляжи и на других дорогах. Зачем ставить муляжи, если рядом нет школы? По-моему, они не слишком заметны. Я не помню, чтобы водители обращали внимание на пешеходные переходы. Я считаю, что устанавливать такие муляжи нужно с учетом ограничения скорости. Также необходимо на них ставить осветительные приборы, чтобы можно было включать и выключать. Думаю, правильно, чтобы они были на обочинах дороги. В прошлом году в Актау было зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате погибли 6 человек, травмы получили 118. Патрульные полицейские отмечают, что практика применения муляжи в других городах свидетельствует о положительном влиянии на обстановку на дорогах. Ердос Кужантайло, Ролан Аметолло, Саламат Кайпов, Дидар.